Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Владимир. И вы находитесь на моем YouTube-канале «Мотивация для кармана». На этом канале вы всегда найдете самые актуальные виды заработка, а также я здесь размещаю ролики с разными полезными сервисами, которые будут вам помогать в работе в интернете, да? То есть разные обменники и тому подобное. Сегодня я хочу поговорить о заработке без вложений, который возможен каждому. То есть может зарабатывать хоть школьник, хоть пенсионер для любого возраста. Сайт называется UNU, домен unu.ru. Это биржа микрозадач. То есть здесь вы можете быть как заказчик, так и исполнитель. Заказчик – это можно здесь размещать рекламу. Исполнитель – это который выполняет задание и получает за это вознаграждение. Регистрация здесь очень простая. Ссылочка будет под видео. И вы, надеюсь, пройдете ее сами. Я не буду заморачиваться. Давайте пройдемся по интерфейсу исполнителя, и я покажу, как здесь все происходит. Здесь есть подробное описание, почитайте и тому подобное. Кстати, вывод средств удобным способом на карту здесь есть, на Kiwi, Яндекс.Деньги и через криптовалюты. Так, давайте поиск заказов. Вот такие здесь есть задачи. За каждую задачу вы будете получать определенную сумму. То есть, чем сложнее задача, тем больше вознаграждение. Здесь есть внутренняя валюта УНУ. То есть, один к одному. Один УНУ, один рубль. Когда мы перейдем в поиск задач, вам вот будет выдан весь список задач, которые можно почитать и узнать, за что вам будут платить. Также здесь вот есть, привяжите аккаунт в Instagram, чтобы увидеть больше задач. У кого есть Instagram, обязательно привяжите, вам будет список более широкий, да, на выполнение задач. Давайте посмотрим, к примеру, какие есть задания, какие есть оплаты. Например, подписаться на телеграм-канал и не отписываться, да? За это платит рубль 28. Давайте развернем. Вот здесь есть более широкое описание. Подписаться на канал или этот для РФ. Предоставить отчет. Нажимаем выполнить задание. И здесь все подробно описывается. Осталось время на работу 2 часа. Текст отчета пишите, когда подпишетесь на канал. И отправляете. За это вам потом начислят деньги. Вот, смотрите. Вот здесь будут видны ваши заказы, которые вы должны выполнить. Давайте вернемся обратно к исполнителю. Посмотрим еще, какие заказы есть здесь. Более. Так, 8 рублей 41 копейка. Старый надежный сайт для заработка, работает с 2013 года. Так, нажимаете и читаете условия. Регистрируйтесь по моей ссылке, зарабатываете 100 рублей, минималка на вывод. Ну вот здесь я не буду читать все полностью, да, но когда после регистрации вы зайдете в этот раздел и увидите все задания, вы можете выбирать себе любые, можете по порядку выполнять, если у вас есть желание, да, есть время на это. Например, вот есть 3-4 рубля даже пишут. Да, арендую ваш Facebook, плюс 50 рублей на каждую неделю. Ну, не знаю, ли возможен такой вариант арендовать свой Facebook. Если у вас там ничего нету такого личного, может и можно. Легкое задание, щедрая оплата. Тоже вот интересно, да? Переходите по ссылке, скачиваете браузер, открываем, регистрируемся, подтверждаем почту и входим в аккаунт. Ждем здесь 15 минут.
Здесь, да, есть такой браузер. Он выдает монеты. Потом здесь пишется, что он скупает. Заказчик, автор этого задания скупает эти монеты. То есть переводит ему монеты, которые вам начислят, и он и здесь, в этом сервисе, вы получите вознаграждение 16 рублей 51 копейка. Все очень просто, друзья. Я точно знаю, что здесь ни один человек зарабатывает на этом сервисе. Как бы он, насколько я смотрю в сети, его не очень-то и видно, да? Вот я нашел и хочу его порекомендовать вам, друзья. Потому что стабильные выплаты, никаких проблем с выплатами нету. Огромное количество участников, как заказчиков, так и исполнителей, да. Давайте вот, может, вернемся в интерфейс заказчика, где вы можете, например, добавить заказ и что-то хотите, если рекламировать, да, например, вот, например, ВК, есть Инстаграм, Ютуб, Фейсбук, Твиттер, Телеграм, например, Телеграм, да. Вот вы хотите, чтобы к вам на Телеграм пришли бы подписчики. Нажимаете подписчики и создаете задание. Например, сколько нужно подписчиков? 100. Стоимость заказа 149 рублей, 150 рублей, да? Ссылку вставляете на свой канал и ваши условия. Нажимаете заказать. Но перед этим, я так думаю, что надо пополнить баланс, потому что пополняется он в разделе «Финансы». Нажимаете кнопку на «Пополнить» и пополняете, на какую сумму вам нужно. Также здесь есть и кнопочка «Вывод». Вот у меня есть 37 рублей, но я здесь заказывал как бы рекламу. Это остаток. Мои заказы, финансы, партнерская программа есть. В настройки зайдете, впишите то, что нужно, что вам актуально, что не актуально. Все по требованию этого сервиса. Так что рассмотрите этот сервис как дополнительный заработок. Конечно, миллионов здесь вы не заработаете, но я так думаю, если имея свободное время и желание, начальную сумму для более крупных вкладов в интернете вы можете прекрасно заработать и без вложения. Кстати, оставлю ссылочку под видео на мой телеграм-канал Profit Тусовка. Добавляйтесь, потому что здесь есть очень много разной полезной информации. Также есть бесплатные раздачи криптомонет. Вот, кстати, сейчас вот идет раздача монет от кошелька Binance Trust Wallet. Они раздают 100 TVT монет, да? Вот здесь есть подробное описание. Все очень просто. Да? Скачивайте кошелек и вам добавляют 100 монет. Binance номер один криптобиржа в мире. Они, думаю, фуфло не будут толкать, так скажем, на простом языке, да? На этом буду заканчивать видео. Если было оно кому полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, какие будут возникать вопросы, задавайте вопросы. Я стараюсь всегда на адекватные вопросы отвечать адекватно. Желаю всем крепкого здоровья, больших успехов во всем. И до новых встреч. С вами был Владимир. Пока.